Всем привет, с вами Димон на Первом Игровом. Ну, по традиции у нас сегодня вторник и 16 апреля. По традиции продолжаем открывать квест. Наш квест 99 сетс. Сейчас у нас левел 33. Так, левел 33, значит, у нас серебряная джерси, 15 штук и 18 экспишек ежедневок. За это дают элит пак и наш токен. Ну, автозаполнение, левел 3, нажимаем и заполняем. У меня эти карты, у меня были формы, поэтому я сейчас их хранил, думал, все-таки, наверное, что-то будет, придумают они новенькое. Все, мы заполнили, экспишки есть, нажимаем на треугольник. Так, нажимаем L2, забираем токен. И нажимаем опять, забираем пак. Непродаваемые. Ну, эти паки обычно ничего такого не выпадает, но... О, number one. Ну и добавим токен. И скоро-скоро все-таки мы дождемся нашего сбора. Дал совсем немножко. Вот такое видео по сбору нашего квеста. Всем спасибо за просмотр, оцените видео, подписывайтесь на канал. С вами был Димон на Первом Игровом. Всем пока-пока.